мы с Володей Сиволовым выступаем в формате дуэта. Вот. Но у нас есть и личное творчество, а дуэт — это же компромисс, это отказ от чего-то своего в пользу общего. А на самом деле Володя прекрасный исполнитель, когда ему никто не говорит, что типа, подожди, я здесь думаю по-другому. Ну, а я еще и автор. Исполню свое произведение. В полумраке черноморской ночи корабли диковинные звери паруса сложили словно крылья, снится им лазуревое море, где сирены весело хохочут сквозь туман преданий и поверий, там, где рыб летучих эскадрилий, там, где зыбь забытых акваторий, где лихой помощник капитана, щеголяя в новеньком мундире, в окуляр высматривает вести стерегущих таинства сокровищ, и ему в безбрежье океана неизменным служит ориентиром то краса неведомых созвездий, то глаза невиданных чудовищ. Мне б на том кораблике фартовом крылья парус вверх и править к цели, отворить спасительные двери, заглянуть в губительные очи. Но струной натянуты швартовы и надежны якорные цепи, корабли диковинные звери в полумраке черноморской ночи.